Как мне тебе понравится стать мрачным и непонятным, а может быть, вдруг прославиться поступком невероятным, или вдруг стать мятежным, порывистым и упрямым, а может быть, нежным-нежным и ласковым, самым-самым, а то вдруг лукаво-мглистым, сплетающим ловко сети, или простодушно чистым, доверчивым, словно дети. Или стать искушенным в жизни, солидным и мудрым очень, так словно бы, между прочим, роняющим афоризмы. Разгневать тебя мне, что ли, поссорясь с тобой всерьез, или рассмешить до колик, до радостно глупых слез, богатым прийти или бедным, с подарками или без? Что делать? Куда направиться? К другу или врагу? Откуда решение явится? Как мне тебе понравиться? Понять уже не могу. А ты даже будто рада терзать меня, как юнца. Но только любовь не надо испытывать без конца. Запомни мое пророчество. Когда-нибудь, как во сне, страдая от одиночества, ты снова придешь ко мне. И, бросивши спесь красавицы, скажешь: «Встречай, чудак! Я с сердцем не в силах справиться. Ну, как мне тебе понравиться?» А я улыбнусь: «Никак».